Здравствуйте, перед вами будет выступать Воронцов Александр Викторович, город Черемхово, Иркутская область, с песней про алкоголика обыкновенного. Как я. Чё ты думаешь, я правда алкоголик? Чё ты думаешь, потерянный такой? Чё ты думаешь, совсем уже короче, как приплывший с этой огненной чертой? Это просто называется, как выпить или вмазать, называется вот так. Ну, за праздник там какой-нибудь короче, а у нас самая, знаешь, дофига. Каждый день какой-то праздник, день рождения, день врача, день учителя, короче, день шофера и сурка, день строителя худого, ну, день города еще. 23-е, 8-е, и т.д., п.д., того. Я, конечно, просыхаю, так случалось. Я, конечно, просыхаю иногда. Я, конечно, правда, редко, но бывает. Перепития какая-то нужна. Там вообще, когда кобзец, короче, полный. Не до пойла, там вообще кобзец, когда еле двигаешь рукою и ногою. После дня, когда не помнишь нифига. Каждый день какой-то праздник, день рождения, день врача, день учителя, короче, день шофера и сурка, день строителя худого, ну, день города еще. 23-е, 8-е, и т.д., п.д., того. Чё ты думаешь, я правда алкоголик? Чё ты думаешь, потерянный такой? Чё ты думаешь, совсем уже короче, как приплывший с этой огненной чертой или бедой? Это просто называется, как выпить или мозг называется вот так. Ну, за праздник там какой-нибудь короче, а у нас сама их знаешь до черта. Каждый день какой-то праздник, день рождения, день врача, день учителя, короче, день шофера и сурка, день строителя худого, ну, день города еще. 23-е, 8-е, и т.д., п.д., того. Спасибо. Ошибаешься, заблуждаешься. Не алкоголик я еще пока. Это только песни. В песнях я так выгляжу. Спасибо.